Всем доброго времени суток. Меня зовут Надежда, и я рада приветствовать вас у себя на канале. Хочу сегодня представить вам небольшой обзор уходовой косметики от Белита Витекс. Эти средства покупаю уже не впервые, и их могу рекомендовать. Возможно, что-то из этих вещей пригодится и понадобится вам также. Приятного просмотра. Первый товар, который я покажу, это бальзам для губ с ароматом кокоса. Он выдавливается. Здесь нет такой помады в классическом проявлении, а именно идет методом выдавливания. Очень приятный запах кокоса, легенький, мягкий. Дочь сегодня потестировала, сказала, классно, на губах держится хорошо, бесцветный. Запах довольно приятный. Покупаем уже второй раз. Брали с малиной, по-моему, в прошлый раз. Сейчас дочка взяла с кокосом. У меня дочь пользуется такими, классная штучка. Дальше из помад взяли, помад не брали уже, взяли два вот таких вот блеска. Блески для губ. Тоже неплохие. Такая же штука. Вот на примере блеска я вам покажу. Вот так вот он выдавливается и наносится. Давайте сделаем небольшой спонж. Сводчато. Вот такой вот блеск. Запах очень приятный. И имеет хорошую такую кремообразующую структуру. Кремовую немножечко. Два вида. Вот так вот выглядит упаковка. Дальше. Маски для лица. Кислородная бомба. Очищающая маска шипучка. Выглядит упаковка вот так. Идет на два применения. Витаминная. Если вам нужен состав, можете сделать себе скрин. Выглядит вот так. Разделена на две части, как я уже сказала, на два применения. Маски неплохие. Покупаю уже не первый раз. Имеет место быть. Дальше вот такая вот масочка. Взяла две. Вот тоже уже беру не первый раз. Увлажняющая маска для лица и для глаз. Одна идет для лица, вторая для глаз. Вот можете видеть на картинке. Зеленая для глаз, розовая для лица. Мне хватает на два применения одной упаковки. Я взяла две маски защитные. Мне реально нравится. Я уже пользовалась много раз. Могу смело рекомендовать. Состав можете сделать себе скрин, посмотреть. Дальше. Маска для глаз, маска патч, не смывайка, штука зачетная, работает. Вот есть выражение такое, когда говорят, что шкурой чувствуешь, и вот эта вот вещь самое то. Несмотря на все мои отеки, да, даже у меня после применения вот этих масок они немножко уменьшаются. Штука классная. Вот если у вас нет таких проблем, как у меня, например, да, вообще уберется, убирает темные круги под глазами. Вот прям рекомендую. Дальше. Из масок для глаз взяла еще вот такую несмывайку. Это же идет без коробки. Вот это уже идет в коробке масочка. Беру не первый раз уже маски, повторяюсь уже. Сегодня показываю именно то, что покупаю уже в Белите не впервые. И то, что могу рекомендовать. Вот такая вот маска. Не смывающаяся. Для век противоотечная. Могу сказать, что да, тоже работает. Дальше. Для век, опять же, это жидкие патчи. Иногда покупаю, чтобы были под рукой, когда некогда наносить обычные патчи и ждать, пока они поработают. Я наношу жидкие, как экспресс такой, да, и после них крем. Тоже уже беру не первый раз. Давайте посмотрим, как сам тюбик выглядит. Он выглядит вот так, 15 мл тюбик. Вот такой вот. Тоже уже тестировали, знаю, работают неплохо. Для повседневной основы на скорую руку имеет место быть. Да, по поводу составов сейчас покажу. Если нужно, делайте себе скриншоты. Дальше. Что касается масок. Маска для лица. Вот такая. Золотая маска-пленка. Мгновенно подтягивающая для лица. Моделирование и лифтинг. Всегда нравилась мне маски-пленки у Белиты. Тоже могу рекомендовать. У них же
из масок пленок есть еще угольная, если вам нужно для проблемной кожи. У меня проблем с кожей в плане угрей нет, поэтому беру золотую. Но обратите внимание, если вам нужна чистка именно от угрей и от сыпи, у них есть маска на основе угля, по-моему, угольная она называется. Или что-то такое. Тюбик такой же, только черная маска сама по себе. Обратите на них внимание. Маски, вот прям пленки за счет. Вещь шикарная. Хватает надолго. Дальше, что еще взяли? Гель для душа. Гель очень густые, посмотрите. Эти гели нравятся дочке. Брали с кокосом в прошлые разы. Последние, точнее, разы. Сейчас дочка взяла ягурти. Вот ей они заходят, пахнут очень вкусно, густые. Тоже хватает двух капелек, и расход экономичен. И на запах приятный. По стоимости 4 с копейками белорусских рубля. Вот этот тюбик. Объемом 300 мл. Дальше, что еще взяли? Крем для рук. 5F, вот этот. Питание, увлажнение и защита. Крем бомба. Я уже без него прям не обхожусь. Вот именно в Тбилиси, именно вот этот крем. Именно для рук, да. Если вам нужно питание и защита, вот обратите на него внимание. Особенно в зимнее время. Без вариантов. Пользуюсь только им. Процентов на 80, скажем так. Тоже объем 300 мл. Хватает надолго. Повторюсь, питание и защита. Штука ядерная. То есть, один раз попробовавши, он будет у вас стоять постоянно. Именно вот этот. Дальше. Соль для ванн. Вот такая. С минералами Мертвого моря. Шалфея и череда. 100% натуральная. С эфирными маслами. Бергамонта и апельсина. Улучшает состояние кожи, и волос и ногтей. Снимает раздражение, уменьшает покраснение. Нормализует, улучшает сон. Своего рода такой антидепрессант, что ли. И у кого проблемы со сном, действительно, штука рабочая. Обратите внимание на нее. Далее, тоже соль для ванн. Вот такая. Общеукрепляющая. Если нужен вам скриншот, вот, пожалуйста. Тоже. Ну, соль, она, в принципе, и соль. Она с эфирными маслами пихты и тимьяна. Вот такие вот были покупки у меня на сегодня из Тбилиси. Надеюсь, была для вас сегодня полезна. Если это так, нажимайте пальчик вверх этого видео, подписывайтесь на канал. Периодически будут обзоры еще выходить. Также предлагаю вашему вниманию плейлист с обзорами с покупок с Wildberries, который я оставлю вам в конечных заставках. Он выйдет либо здесь, либо здесь. Там тоже очень много полезных и нужных товаров. А у меня на сегодня все. Спасибо за внимание. Пока-пока.